вчера ночью расхуярили базу. Мы вот сейчас ездили на базу. Блять, как она, наша база-то? Ее расхуярили всю. Это вот как раз, куда вот возят вот этот бензин, вот этого бензовоза, вот, скорее всего, из-за этого и отменили колонну. Ну, расхуярили всю там, сколько техники, ну, не знаю. Ну, про людей ничего не говорят, как обычно. Ну, скорее всего, нахуя, там очень много народу жили, там разные части, там очень много народу жило. Говорят, там пиздец, все расхуярили. Солнышко, роднулюшка, ну я так переживаю за тебя, ну прошу тебя. Ну хохлы, блядь, пиздец, вообще распоясились. Просто, просто хуярит все и вся, блядь. Вот мы сейчас это, на Изюм, пошли пешком. Попутки, ничего, вообще никто не берет попутки, блядь, сколько ездят, вообще никто не берет попутки, блядь. Град отрабатывает возле прям поста, там пост, там это, ну, стоят эти ВПшники. И град остановился и отрабатывает, блядь, ну. Прям туда же, прям сразу же, нахуй, вычисляют вообще, вообще везде, блядь, нахуй, блядь. Они вычисляют и везде ебашут. Ну, потому что у них техники дохуя, блядь, им отовсюду прут. Все везде вообще. Вокруг все везде горит, нахуй. Изюм горит, все горит, блядь. И вообще, не знаю, куда наши все везде продвигаются, а?